Начато тестовое испытание первой в истории города мобильной игры квеста «Путешествие во времени» Хибиногорск, Кировск. Ее авторы – сотрудники Кировского историко-краеведческого музея. Квест, посвященный истории города, разработан на платформе Easy Travel. В середине августа он появится в сети интернет. Скачать программу на свой телефон можно будет через Play Market. Маршрут исторического квеста – проспект Ленина. Именно здесь игрокам предстоит найти несколько зашифрованных объектов. Возле каждого контрольный вопрос. Ответил правильно – получи наградные баллы и переходи в новую локацию. Ошибся – думай. А если не знал и забыл – воспользуйся подсказкой. Первыми, кто опробовал игру в деле, стали сами сотрудники историко-краеведческого музея и журналисты. Сейчас самое главное – собрать как можно больше информации. Каждый человек отвечает по-своему, да, и мы не можем предугадать, как человек может написать ответ. То есть, поэтому мы, конечно же, учитывали несколько вариантов написания, да, либо заглавные буквы, либо же сокращенный ответ. То есть мы это учитывали, но мы не можем учесть большинство мнений. Поэтому мы все равно будем ходить и смотреть, как люди отвечают, чтобы вносить эти варианты ответов. Стать игроком достаточно просто. Первый шаг – скачать через Play Market приложение Easy Travel, позвонить в музей, узнать кодовое слово, ввести пароль в телефон и начать свое путешествие во времени. Тестировщики квеста шаг за шагом проходят локации, составляют мнение об игре, выявляют огрехи программы. Программа понятна, интуитивна. Ты когда проходишь контрольные точки, то они отмечаются на карте. И сразу же высвечиваются, что ты нашел эту точку и задание к ней. Задания сформулированы понятно, особенно если ты живешь здесь, хоть немножко знаешь историю города. Я думаю, что с ними справятся и приезжие тоже туристы. Можно догадаться, главное смотреть по сторонам, внимательно читать вывески. И все, что зашифровано в заданиях, это все вокруг можно найти. Программа, конечно, работает, но есть какие-то нюансы, которые нужно было, может быть, учесть. Но так как я не работала ни разу в этой программе, поэтому уже по ходу выявляются какие-то ошибочки. Маленькие в наименованиях, в названиях, в ответах. Поэтому сейчас я буду все это учитывать и исправлять, чтобы квест уже был готов. И вот сейчас, как показала практика, нужно описание самого квеста. То есть не просто название, что это интересное путешествие во времени Хибиногорск-Кировск. То есть здесь нужно расписать инструкцию, потому что я не буду каждый раз присутствовать вместе на прохождении с игроком. И вот какие-то правила прохождения нужно обязательно обозначить. Тестировать игру и исправлять ошибки будут в течение недели. После продукт представят на суд пользователей. Со временем маршрут квеста «Путешествие во времени» Хибиногорск-Кировск будет увеличен. На карте появятся новые улицы и исторические объекты города.